Всем здорово. Пришли пометать мячик на стадионе с этими двумя реголетами. Это вообще. Сейчас посмотрим, кто из нас мощный тип. Теннисный мяч будем кидать, короче. После против солнца снимаем, нихера, наверное, не видно. Сейчас первый Андрюха кидает. Посмотрим. Метров 60 точно будет. Но на сотку я кинул только что, на сотку это нереально практически кинуть. Мяч еще легкий, теннисный. Обычный. Так, где тут 50 метров, блин? Стерлись все меточки. Где-то тут, а не дальше. Вот тут где-то метров 50. Вон Андрюшка. Ну шо? Та! Метров 30! Конченый ветер, все задувает. Жека, пойди туда-то дальше. На камеру. Ты как раз на этой полочке. Я сам попал тут. На. Тут, я тут тоже где-то был. Рядом. Видишь, он дальше не летит этот мяч что-то. Ну, по. Я знаю, он легкий. Ты с него снимай, да? А ну стой, да, снимай. Да все, вон там четко, вот та черточка. Кидай. Пару раз кинем, посмотрим. Олимпийский бег. Короче, нашли чем страдать. Ну, что на интерес чисто покидать, делать нечего. Такие дела. Давай! Будем считать, что наша отмазка — это мяч легкий. Ну такое, не знаю. Давай, Андрюха, кидай. Ну я что-то сильно вроде и кидаю, как-то, ну не знаю. Не, ну да, он легковатый, но я думаю... Ну это где-то 45 вот так. Посильнее давай! У тебя вот тут где-то чуть дальше. Давай еще раз. О! Ну, на метр дальше, ну. Солидно. Андрюха на метр два дальше на шею кинул. Нормально, короче. О, давай, давай, тестим поле. Ебать, оно мягкое, охуенно. Сколько эмоций. Сейчас, что там по клещам? Вот это да. Просто конченый. Я шумицу. На! Трибуны ревут. Ладно, чихлим, короче, чтобы не орали на нас просто. Картины рисуем. Нормальный чувак, чё? Ну пакет, что ты нарисовал, Жига. Да нормально. А мы что, то дерево собрали? А ну пакет. О. Только ты низ вот так. Никто пока не знает, чем мы будем заниматься. Давай попробуй, Крипа. Пришли стрелять, короче, покажем. А ну давай. Пацаны, тут пули не хватает, еще же вон. Где? Ты только на бок немного. Под углом. Yes! Сейчас будет весело. Сейчас будем вставлять баллон, я стыкую. Жестко. Прикинь, сейчас в руках шмальнет. Баллон. Я тоже стыкую. Давай тот, что самый конченый. Если стыкуешь, давай Юле. Вот этот я сыкну. Он просто, да? Да он просто кратко облезло, да и все. Шо там? Не надо. Что не надо? Там баллона нет. А он ничего не надо. Я боюсь, я боюсь. Боишься, да? Так, давай заряжай. Еще давай первый тогда попробуй. Давай ты первый будешь. Вот такими делами. Попробуй, братан. Хорошо. Давайте по 5 сначала будем стрелять. Дайте я пока на вас. Хоть понаправляю, пока пуля к нему. Ты не балуешься, ты сильно. 25 ревосей, 200... Вообще классная игрушка. Так, ну, так 25 рублей, это вообще ничего. Дешевка. Класс. Made in Russia. ПМ. Шо, пацаны? С москальской сброей были мы шмаля? Так, тихо. Ну, погнали на эту сторону. Почти, да, 20 метров надо отмерить. Хотя бы. Со, уже своими твоими шагами, ты что, с ума ты? Давай хотя бы я,
метров. 20. Давай хотя бы. Это 20 метров? Давай хотя бы 12. Давай. Не, давай 10 сначала. Не, давай 5. Да не, давай 5 сначала, потом 10, потом. Я не вижу цели, пацаны. Раз, два, три, четыре, пять. Иди сюда. Да не, сильно мало. Давай! Да. А заходи. Стой, подожди. Понимали. Сейчас мне еба скочит. А, прикольно, да? Да, вообще. Ха-ха-ха-ха, давай, Валюч! Все, 5 сетронов. А что, там только 5 билет вылазит? Я под 5 пока. Все, теперь можно с 20 стрелять. Ну я с собой. Я с собой не целился. Но моя картина лучше. Давай, Андрюха, сейчас стреляй. Посмотри, это так натуральный. Зубы такие. Ну, между... Я же говорю, зубы по зубам можно стрелять. А у меня там тоже зубы. Нормально, короче. Я стрелял дерево. Я вижу листок. Я дерево. Ну то стань ты. Я для слепой. Вон я специально приехал, писю. Листок, ну давай, мочи. Давай посфоткай его тоже, Андрюха, давай. С предохранителя снял? Да. Ну давай их херач. Да, там натяжение нормальное. Такой... Класс попал, Андрюха, красава. Да, Андрюха. Что, такое натяжение реально было? Да, классно. Ты еще вот эту херню оттяни вверх. Ты считаешь патроны? Нет, это четвертый был. Последний еще, да? На, сука, подержи. На предохранитель поставь. Давай под дерево. Что там? Ничего нормально. Вот тут вообще. Куда ты стрелял? Ставь в голову. В кад. Это ноги. Вот, смотри, ты глаз. Да не, нормально. Все, ты убил. И второй блан ему сделал. На 13. Не, это Валерчик. Да? Да. Ладно. Вот ты сюда упал. Сколько ты выставил уже? 3 или 4. На, пидор, сука. Да-да-да-да, смотрим, кто куда впал. Смотри, под глаз. А этому же жопа. Этому пи***, все, акулю ему подавали. На реку, убили на реку, короче. Вот так, а это Андрюха по-любому стрелял. Нет, это ты. Это ты, кстати, вот на первый раз. Иди на. А вот Андрюха в кадык, мы ёбнем. Это не кадык, вот ноги, чтобы его. Слушай, ну я не могу, решай. Ну давай тогда, молю. Пошли с такого пострелять, пневматик. Мне вроде все нравится, тебе как же? Пойдет. Да, хрена, да, что? Он даже живую мишень. Живую? Ха! По лягушкам, блин. А ну, покеш. Покеш. О. Рост, да? Маленький. А ну, покажи, что ты нарисовал. Боже ты мой. Да ты будешь в него стрелять? Да. Ну, давай, на. Свинка Пеппа. Жвите вверх. Только двумя руками, кстати. Двумя руками. Не, ну там отдачи особо, да, вот, нет. Пускай лучше курок. Херня должна быть на уровне вот этих двух разрезов. Оно так должно. Пускай лучше курок оттянет, потому что ей будет так тяжело. Двумя руками, вот эта рука снизу желательно. Вот так. Вот ладошечкой. Ладошкой на положении. Вот так, как голубей нет. Дай, смотри-то, что ты вот так, что ты вот так делаешь. Вот так вот возьми, вот обойди ее. Сначала вот эту, а сверху вот так. Что, Warface не играла? Все, подела? Предохранитель снимай. Вот эту херню вниз опускай. Вот эту, да, опускай. Вот, теперь целься. Оттяни курок, тебе первый выстрел будет легче. Или так можешь стрелять. Ты уже пытаешься? Давай, да. Стреляй. Тяжело. Двумя. Вот, давай. Еще у тебя 4 выстрела. И вот эту фигню. Вот так на себя. Тяни. Вниз опускай. До щелчка. Да, он будет так легче сейчас быстрее. Намного легче будет. Еще 2 выстрела. И еще можешь оттягивать тоже потом. О, да, мастерство. Как вы клеили, алё? Блин, руки, ну тебе руки, из одного места. Да тут корабль. Смотри, Юля уже засунула, он не может засунуть. Две! Я пристрелю. Кто? Давай 20 метров. Вон, давай. Так, понятно, твои шаги, блядь, никуда никудышные. 7, 8. Блядь, 20-ка вон там. А ну слышите, можете оттуда свалить? Нифига себе! Давай по очереди, кто первый собьет. Давай. Так, сваливайте туда нафиг! Жестко, я не знаю, нереально попасть, нет. Ну что, мы на 5 метров ближе стали. Да, 15 метров. Это гуменный виноват, как обычно. 15-16 метров.
Па! Шо, обосрал? Да! Да, ща! А, я попал, а? Профи-стрелок, снайпер, а? Да, я хранитель еще? Ну, это херня. Да, я тянул, чтобы было легче. Ну так, потому что будет подрон. Конечно. Ба, как ты сбил, сука? Попал. Ну смотри, я целился прям мишень тупо. Вот так, цель кайф. Блядь, оно мимо пролетает, прям я же вижу. Что ты цель? Такой, оно мимо пролетает. Да. Там черненько. Весь прикол, что я самый слепой тут. Нам просто там на самом цели. Ты что, тоже снимаешь? Прошла осень и зима. Что там? Начало лета. Жрет уже, блядь. Ты так жирный, как пельмени. Скажи, как ты животина докатилась до такого разжить? Да снимай вон. С какой? Это неинтересно. Я. Животина. Я просто жил и катил. Вот так было. Уличная магия. Короче, я будем чехлить домой, здесь долбался, блядь. На попадаем по бутылке. По шишкам уже попадали, по бумаге попало. 3-3. Два дебила. Хоть баланс. Я сейчас, блядь, заряжу тебе, Homo sapiens.